Салон. А, так, салон, короче, вот такой вот. Короче, чат. Что мы сейчас будем делать? Мы решили, что будет, ну, как-то слишком, знаете, банально, если мы просто придем в салон и покрасим волосы, да? Короче, что мы придумали? Мы взяли краску. Угадайте, какую? Какого цвета? А мы... Там нарисовано, да? А, да? Там не нарисовано. А, нет? Нет. Взяли перчатку и вот эту штуку. В это? Да. А это не опасно? А как это делается в салоне, да? Салон. Можешь еще рассказать про свой салон? Про салон расскажи, мам. Привет. Она Лере сегодня делала очень крутую процедуру. Да. Называется секрет. Вы потом, если угадаете. Мне сейчас нужно будет краситься, и меня, короче, Симка будет красить, прикиньте. Ну-ка, что ты заходишь, Лера? Что, показывать, Лера? Готовы? Дави. Вот. Как вам? Говно. Ну, все в шоке, все в шоке. Да не говно, круто. Мне очень нравится. Уже? Ну, вы сейчас будете его замотать, а вы дальше можете делать. Расслабься, что такой испуганный. Я похож на бахилу. Чат, напишите сердечко фиолетово, если вам понравилась прическа Леры. Сейчас все. Вы понимаете, у Леры просто закос на меня. Но мне правда все смылось уже. Ничего. Смотри, сколько, Лера. Смотри, сколько сердечек. Смотри, всем нравится. Че, чат, делаем? Сначала красим волосы или сразу пряди? Да, давай сразу. Да. Это потому что реально долго. Пряди, пряди, пряди. Вот такая вот краска. Я не знаю, мы сожжем волосы или нет. Я хочу сделать... Вот так вот одну прядку, какую-нибудь одну прядку из этих всех. Вот, чтобы мы, типа, были похожи, ну, типа, Симка и Фарь. Давид, давайте всю голову Давиду. Мне кажется, так вообще круто будет. Я что, как Нефар буду ходить? Да. Фу, Нефар. Моника, да, ребятки, это я. Это Моника. Слоника. Сейчас, ты знаешь, у кого Лер? Блин, мне кажется, очень круто. Тут так вот постелим сейчас. Сейчас у тебя... Фунефор, запоясни. Прическу запоясни. Плыв. Ты что сказал, плыв? Мы сами. Положи куда-нибудь. Плыв. Флыв, ты чё сказал, Флыв? Извини, брат. Так, всё. Нет, Лера, это очень мало. Как думаете, что за цвет? Мне кажется, белый. Вот не понимаю. Смотрите. Блин, у меня волосы странные, подождите. А можно салфетку мою клонить? Нет. Лер, какой пароль? Лер! Лер, какашка, Лер, какашка, Лер, какашка. Давайте Симку на лысо, давайте Симку на лысо, давайте Симку на лысо. Го. Грамотно будет, если Симку на лысо. Симка, знаешь, что мы решили с чатом? Что, типа, Симку на лысо. Класс. А чё, пароль? Да, пароль. А какую ты сторону хочешь? Левую. Как нефор. Какой нефор? Ну, типа, я... если ты хочешь... Ну, я тебе на избу, как вот столько. Вот. Я не нефор, я Егор Шип. Давайте всю голову. Почему Леру обзывают? Вы что, офигели? Иди, пока отойди, я пока тут посижу. Куда? Ну, сейчас не знаешь. Тут просто надо кое-что сделать. Пока идет. Ребят, я пока тут посижу с вами, хорошо? Куда вы меня посылаете? Вы что, офигели? Все подписывайся на меня, ребят. Чё, все такие злые? Все, ребят, я, короче, на вас обиделась, пока так посидите, хорошо? Просто что-то меня срёте? Вообще трэш.
Почему меня все срут давить? Не знаю, договорись с ними. Давайте договоримся, ребят. Скажи, бабки скинет. Давид говорит, что я вам бабки скину. Но Давид скинет, если что, мне, я вам. Согласны, если вы меня любить будете? Хотите свет, вам спалю. Спалить свет? Да? Нет, вы меня срете, поэтому я вам не спалю свет. Моя мама там преподает, Лере. И сейчас, мне кажется, такой трэш будет. Если они мне засрут ковер, я их просто убью. Меня так засрали все. Ой, просто. Ой, это ногти тебе закрасятся. Можем, и принципе... что со мной делать? Я как презерватив. Ну, если честно, я ничего не запомнила. Ты запомнила, что это? Ладно, решил. Я как Dead Inside какой-то, блин, редан. Как я знаю, надо... Ты что, дура, фольгу надо? Подожди, ты середину выделила? То есть, вот. Может, заколоть чем-нибудь вот так? Там сейчас, короче, сердечко напишите, какого цвета вы думаете я буду. Может быть, зеленого? Зеленый. Вот этого вообще? Или голубой? Либо зеленый, либо синий. Смотри, фольгу. О, обязательно мне нос резать? Да. Резать нос фольгой. Да, и так нужно. А как мне фольгу-то держать? Я, знаете, себя сейчас не только бахилой чувствую. Вот типа шоколадкой ее заворачиваю. Садись. Шоколадку. Да, я только отравняла тут. А, ну не так. Давай я поставлю. Типа повыше еще есть. Да. Чат, напишите похуй, херач. Скажите похуй, херач. Вот я вот. Выбери краску. Это кровь? Твоя. Это кровь бывших. А что на руку? Лер, давай работай. Давай. Видишь, какая прическа, что там видно, снизу проблески. Давай, бери краску. Хорошо, хорошо. Лер, не фаржитки. Не, я бы одна не смогла, реально. Я бы тебе... Нормальной обстановки. О, Лер, давай, а теперь... А все а уже, все. Все, теперь сидеть. А сколько сидеть по времени? Минут 20. Не идет, можешь так оставить? Я думаю, да, Лер. Помидором становится, да. Лер, спасибо за прическу. Прическу купить, а что мне делать дальше? Я не поняла. Так, дети, кушать хотите? Нет. Хотите? Лера хочет. Да, хотим. Давайте на стриме покушаем. А чё? Да сейчас покушаем. Давай. А чё ты там? Я как будто, знаете, типа... Ну, а ты можешь снять. Презерватив порвался. Кстати, они все повторили за мной. Просто тварь. Смотрите на Монику. Моника просто хотела, как мы, и тоже взяла и покрасила. Я больше... Я, наверное, месяц назад красные пряди мне мама нарастила, но у меня они уже все смылись. И они просто... Я вообще поражена. Блин, у тебя очень идет. А ты говорила, фу, буду не очень. Тебе очень идет, правда. Дурак. Все. О, это кровь. Давид, не трогай, у тебя сейчас все пальцы. Знаете, когда в детстве бегаешь, в детстве бежишь, а этот об угол бьешься чего-то, вот такое же остается. Что за музыка? Я не знаю. Включи жестче музыку. Допиляешь? А чат, закажите музыку. Реально. Закажите музыку. Нет. Девочка Уэнзи! Я ее хотела включить. Прямо сейчас! Девочка, девочка, а, девочка, девочка, а. Это не то. Девочка это не то. Почему нет, девочку Уэнзи удалили? Иди на YouTube. А это так, да, Регина? Я просто не слышу. Сколько времени? А мы не засекли, кстати. Ну ничего, ответ, если все волосы отвалятся, ничего страшного. Сейчас 18:43. Ну, короче, еще минут 10. Давид, куда ты лезешь? Давид, не прикалывайся. Я просто поправил волосы. Вот, смотри. Никого не похоже. Третий лишний, это я. Ты плюнула? Вообще жаль. Вообще. А я, кстати, не слушала ее до конца. Я тоже. Слушайте все песню моего брата!
Это мой брат! Ты вчера сказал, что не хочешь с ним общаться. Это мой брат! Слушайте песню «Девочка Уэнзи». Девочка шлюха, спасли не падай. Давид пишет «Поцелуй Леру». Что «Поцелуй Леру»? А я не знаю, кто Лера, я знаю Симку. Ладно. Сади сюда. Окей. Смотри, целуемся с Лерой. Смотри. Раз. Ну стой, ну давай. Ну ладно. Смотрите, ребят, все записывайте, делайте эдиты, мы сейчас с Лерой поцелуемся. Вообще, так неинтересно. Короче, у Моники есть крысы, а я ужасно боюсь крыс. Они хотят посадить. О, спасибо. Хотите посмотреть на это? У Давида, конечно. Спасибо. Это для нас всех, да? Это для тебя. Для тебя, для них это сделать. Для тебя тут тарелочка. Для тебя тарелочку, спасибо. Сейчас напишите «Мама лучшая». Посмотрите. Смотри, читай. «Мама Ира лучше». «Мама Ира лучше». Почитай. «Моника лишняя, идите». Там ничего. «Мама лучшая, мама лучшая, мама лучшая, мама лучшая». Давайте вам вдвоем положим. А мы вот сейчас сидим с Верой. Да это мало. Нормально. Это для нас трек. Давай нормально. А ее видно? Да. Кстати, да. Видео. Можно планшет мой? Нет. Ну ладно. Да. Что? Планшет. Ну я же сказал нет. Сейчас я знаю, что, Давид, что отвечу. О, будешь нет, потом стой, выпендриваться. Нет. Потом будешь выпендриваться, вот и все. А мне Стефан фу. Мой правда. Он такой урод. Зато пацан бабки рубит. Как ты? Но ему 17 лет. Или 16? 16. У него девушка и 22. Он младше тебя, Давид. Ну он хорош. А уже так орал, он вообще не пел. Он тупо орал в микрофон. Мы такие, блин, когда ты что-то ткнешься? Он орёт, и там просто фанера. Орёт, и просто фанера. Он ужасно поёт. У него вообще, как он? Это рэпер, Лер. Ну, рэперы не поют, рэперы читают. Ну, голос же должен быть. Вообще, он, это отвратительно. Но он молодой еще. Ну, пусть не поёт тогда. Согласна. То есть вы мне так же скажете, да, на моём первом сольном концерте? На твоём нет, так не скажем, мы тебя поддержим. Если ты позовешь, конечно. Кому похуй, какая музыка, тоже плюс чат. Можно не материться? Кому пофиг, 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 пофиг. Пофиг, пофиг, пофиг мне. Пофиг, пофиг, пофиг мне. Чё? Плюс. Рот закрой. Рот будешь открывать. У стоматолога. А ты у Сиринки подняла? Ты кому это сказал? Моники. Ой, ты сидишь в моем доме. Я ж еду, которую приготовила моя мама. Моя мама еще научила Леру красть, и ты... А я на меня? Ладно, прости, давай. Прости меня. Хорошо. А кто это, Моника? Извинения на карту, понимаю. Не вопрос. Давайте я порву ее на себе. А можно порвать? Можно. Порвала, потом спрашивает. Это одноразовое. Как все твои бывшие. Ну, я согласен, что слышу. Знаешь, твои бывшие тоже не многоразовые. Ой, прости. Нет, ты такой не херня. Знаешь, мне, вот именно мне. О, давай ты снимешь танец, помнишь? Ух. Короче, там воду льешь и типа что-то говоришь. Да, Давид. Ага, вы мне на лицо. Ты мне доверяешь? Давид. Нет. Если без шуток, Давид бьет Леру. Да, избивает. Смотрите, доказательство, что не бил. Ты чё врёшь? Не было такого, не было, было не было. Было. Пишите плюс чат, если не видели. Ребят, он меня бьет. Если не видели, а, это плюс чат. Лера мне сейчас моет волосы. Чё, покрасилась? Конечно. Я не увидел. Как свет убрала, потому что мне так не нравится. Можно? Ничего, Давид. Это знаешь, типа, я дракон. Как да так? Да не, оно красное. Она... Да.
Смотри, у меня вот это вот на всю жизнь останется, типа шрам или что? Оно как перманентным маркером намазано, короче. Смотрите, что за уродство. Расческу. Оно так сработает или нет? Да. Давид! Ну я на Эмма похож, ну стой. Ну дурака ты похож. Дай покажи, Лев! Давай кудри сделаем. На волосы делаешь, сделай. Ну вот. Она не так обычно делает, свою неукладку сделали ужасную. Да, она мокрая, слышь? Давай. Всё не так. Они мокрые? Нет. Выглядят как мокрые. Чё, нормально, чат? Ай-яй-яй. Норм. Укладку. Нет. Сам проси. Женственный очень. Мам. Я не женственный, вон у меня да. Банки есть, смотрите какие. Я как отброс сижу тут. Не-не-не, я сама не хочу показываться. Мы просто best forever friends. Ну типа, знаете, мы же похожи, значит, мы брат и сестра, значит, мы можем обниматься. Ну да. Я, знаете, буду в шапке теперь ходить все время. Ой! Я буду ходить в шапке. Ну ладно, ребята, всем пока-пока. Ну давай, пошли. Короче, ребят, делайте нарезки с этого стрима. Всех будем смотреть, всех будем лайкать. Подписываться тоже будем. Если вы будете делать эдиты, крутые нарезочки, вырезать моменты с этого стрима, делиться с друзьями. Вот. Я надеюсь, вам нравятся наши стримы. И вы ждете очень-очень-очень-очень еще дальше развития и крутых стримов. Кстати, скоро мы снимаем ролик на YouTube. Помните, мы говорили про самое дорогое, самое дешевое свидание. Хотели бы посмотреть, чтобы я Лере делаю самое дорогое свидание, а Женя Милане самое дешевое. Вот. И вы бы смотрели вот это вот? Нет. Все, всем спасибо за стрим, всем пока-пока.